Я родился и вырос в Бельцах. В Бельцах я живу и работаю. Руковожу муниципальным предприятием. Обеспечиваю качественным питанием школьников. Открываю каждый год социальные столовые. Чем бы я ни занимался, я привык все делать честно и открыто. Поэтому я в команде Рената Усатова, который заложил в 2015 году основу для развития северной столицы без коррупции и воровства. Все эти годы мы чувствовали недоброжелательность, исходящую от центральных органов власти. Отражали лживые информационные атаки. Защищали город от кишиневской мафии. Я понимаю, что в Молдове фактически нет местной автономии. И это мешает развитию районов и городов. Мы устали от вопиющей несправедливости. Наш город достоин лучшего отношения со стороны парламента и правительства. Поэтому на выборах 24 февраля я иду в парламент от 9 избирательного округа, чтобы защитить бельчан и укрепить их права на республиканском уровне. Молдова будет свободной.